Всем привет! Я часто готовлю простые и очень легкие в приготовлении завтраки. И когда в моем холодильнике нет ничего мясного, тогда я готовлю простой завтрак из батона и яиц. Завтрак получается сытным, вкусным, а главное, он очень легкий в приготовлении. Приготовьте такой завтрак и порадуйте им всех своих домочадцев. Все ингредиенты и количество пропишу под видео. Заходите, смотрите и, конечно же, готовьте. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь вместе со мной. Давайте сегодня вместе приготовим сытный яично-хлебный омлет. Итак, для приготовления я взяла батон, он у меня вчерашний. Батон я нарезаю на небольшие кусочки. Батон я подготовила. Теперь я отправляю его в миску, заливаю молоком, хорошо перемешаю и отставлю. В отдельную миску я разбиваю 3 яйца. Добавляю сюда черный молотый перец, кавказские травы и соль. Также сюда добавлю немного сыра, тертого на мелкой терке. Все хорошо перемешиваю при помощи венчика. Итак, батон у меня постоял в молоке, он стал мягким. Теперь я его слегка отжимаю и отправляю в яичную смесь. И всю эту красоту перемешиваю. Включаю плиту, ставлю сковородку. На сковородку наливаю немного растительного масла. Как только у меня масло хорошо разогреется, всю смесь для приготовления омлета я отправляю на сковородку, уменьшаю нагрев плиты и готовлю только при закрытой крышке. Обжариваю омлет с двух сторон до золотистого цвета. Переворачиваю я омлет при помощи тарелки. Это делается очень легко и просто. В итоге омлет я обжариваю с каждой стороны примерно по 3-4 минуты. Прикрою крышкой и обжарю омлет с другой стороны. Готовый омлет выкладываю на тарелку и подаю к столу. Вы посмотрите, какой он получился. Очень красивый, вкусный, аппетитный и с румяной золотистой корочкой. Приготовьте такой омлет и порадуйте им всю свою семью. Готовый омлет я разрезаю на порционные кусочки и подаю к столу со сметаной. И если вам понравился рецепт приготовления, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А также смотрите мои другие видео, оставляйте свои рекомендации и, конечно же, пишите свои комментарии. Не забудьте зайти и подписаться на мой второй канал, вам там будет интересно. А также заходите в группы. А вам всем скажу, готовьте с любовью, экспериментируйте, и все у вас получится. Всем пока-пока!